Цветущие поля, пожалуй, самые живописные площадки. В них столько красок, тепла и аромата. Миллионы цветов сливаются в самые невероятные сочетания, напоминая скорее картины художников, чем реальные пейзажи. Сегодня в выпуске расскажем о самых известных и красивых цветочных полях. Начнем со знаменитых лавандовых полей во Франции. Волшебные фиолетовые долины занимают практически всю сельскую местность Прованса. Лидерами по масштабности лавандовых плантаций считаются северные районы региона – Альпы Верхнего Прованса, Дром-Провансаль и Ваклюз. Здесь стройные пушистые полосы лаванды раскидываются на сотни квадратных километров. Стелясь диковинным ковром, цветы создают невероятный, фантастический ландшафт. С конца июня до середины августа Прованс буквально утопает в цветах, привлекая сюда сотни тысяч туристов. А это голубые цветочные поля в национальном парке Японии – Хитачи Сисайт. Парк площадью 190 гектаров стал знаменит благодаря американским голубым незабудкам – немофилам. На этой территории их больше 4,5 миллионов. В конце апреля – начале мая незабудки одновременно распускаются, образуя нежнейшие пейзажи, похожие на небо или водную гладь. Такая сюрреалистичная красота находится всего в нескольких минутах езды на поезде или автобусе от Токио, поэтому туристов на голубых полях хоть отбавляй. Фотографам порой даже приходится удалять людей с фотографий при помощи фотошопа. Сделать снимок безлюдного ландшафта здесь практически невозможно. И в завершении подборки – цветочные поля в Нидерландах. Страна является мировым лидером по производству цветов и выпускает на экспорт больше 3 миллиардов луковиц в год. На поддержание этого бизнеса в стране выделены невероятно большие территории. Больше 11 тысяч гектаров земли покрыты цветами разных сортов – тюльпанами, гиацинтами, цинтами, розами, орхидеями и рисами. С высоты птичьего полета это выглядит как точно расчерченные разноцветные полосы, радующие глаз яркостью красок. Полюбоваться необычными видами туристы могут несколькими способами, выбрав вертолетный тур, экскурсию с гидом или велопрогулку.